чем мы только не занимались вчера. И, как я уже раньше рассказывал, куст пересаживали. И опалубку разобрали. Смотрите, какая красота у нас получилась. Ровненькая-ровненькая. Досточки только на ней видны. Ну, будем... Это все равно под отделку. А когда будем делать забор, то, конечно, эту опалубку пробьем. Опалубку мы сложили вот здесь. Хай сохнет. О, это редька растет, масляничная. Так, кстати, надо будет перекапывать, пока нормально было. Что еще вчера? Еще вчера ловили мышь. Мышь в парилке. Парилась вместе с нами. Выскочила. Спряталась за стиральной машиной. Натянули стиральную опять в парилку. Мы там нагнали 80 градусов. Дали на камень воды. Она опять выскочила. Ну, думали, как ее выложить, где она там, по углам все заставлено. Ну, взяли просто, налили горячую воды кипятка и по всем углам пролили. Ну, она выскочила, со страха начала лезть, мы тут ее таптим. Так что мышка была, ну, будем смотреть, была ли она одна, потому что мнения разделились. У одних она была серая, у других темно-серая, у третьих темная. Четвертый вариант, она тут лежит мокрая, поэтому сегодня прошел очень, вернее, идет циклон или антициклон, не поймешь, то есть небо или вот такое, или идет дождь почти горизонтально. Ну, в общем, мы все-таки забетонировали крайнюю стену, взяли мы два мешка цемента вчера, ну, на перестраховку, ну, уложились. И два было. Уложились в три. То есть один остался, пусть будет. Запас карман не тянет, хотя у него падают прочностные характеристики от хранения. Но не успеют упасть, потому что будем мы все-таки бетонировать и внутри работы проводить. А так, наружные бетонные работы, они закончились. А палубку мы разберем на следующих выходных. Будет как-то вот так. Ну, вот такая красота. То есть сейчас задача стоит поставить вот эту вот обвязку, потом поставить двери. Есть у нас двери, но сюда в этот проем не пролезут, мы их поставим. Ну, дальше я расскажу. Начали мы во время дождя заделывать окна вот таким образом. Видите, вверх. Ну, и дальше пройдемся пеной и все. Как бы такие вот места, да. Ну, остальное будем затягивать пленкой. Ну, все. Всем пока.